А вот и новости звездные подъехали. Значит, на имя Владимира Путина у нас отправлена петиция, которая собрала более 100 тысяч подписей с просьбой лишить Киркорова Филиппа Бедросовича звания народного артиста. То, о чем я и говорил. Меня услышали. Неужели? Ребятки, поддерживаете такую историю? Помните, я снимал ТикТок, кто мне давно смотрит, должен это помнить. Я тогда сказал, давайте у Бедросовича заберем звание народного и отдадим его шаману. Шаман, по-моему, гораздо больше сделал для народного артиста, чем Бедросович за свою 30-летнюю карьеру на сцене. Или сколько он там поет и стразами сверкает. Что думаете?